Очередная группа иммигрантов сегодня была отправлена из аэропорта Шереметьево к себе на родину. На этот раз судебные приставы обеспечили билетами на рейс самолета граждан Китая. Наибольшее количество иностранных граждан – это из Республики Узбекистан, 50 человек из Таджикистана, 18 из Республики Вьетнама. Ну и дальше по уменьшению Армения в рейтинге занимает очередное место. 6 человек из Кыргызстана, 5 – Молдова, Украина. Ну и по одному граждану из Республики Азербайджана, Казахстана, граждан Нигерии, Туркмении, Белоруссии и Грузии. Вот. Сегодня, 19 ноября, дополняется еще одна страна, это Китай. Выдворяем 8 иностранных граждан, из них, среди них 3 женщины. На сегодняшний день в Управлении Федеральной службы судебных приставов в разработке находится 443 исполнительных документа об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов управления выдворены за пределы Российской Федерации в форме принудительного контролируемого перемещения через государственную границу 345 иностранных граждан. В том числе 6 женщин. За аналогичный период прошлого года было выдворено на этот момент 335 человек. В настоящее время приставы готовят документы для отправки на родину еще 5 нелегалов. Все они были признаны виновными в нарушении режима пребывания на территории нашей страны.